Блин, Роман очень быстро как-то играет. И цепко. Давайте все-таки ходом коня попробуем. Так. Сюда. Давай сюда. Пять два, блин, проигрываю матч. Пошел конем. Слон Е6 вообще-то основной ход. F5 все равно. Вперед. Так, и он дальше надвигает пешки. Ничего не боится, да? Я должен как-то Е3, наверное, отреагировать. Давай Е3, здесь взял, если им надо. Так, выводит слона. Но теперь я могу коня на D5 поставить, наверное. И пешка B7 будет под боем. Он защищает эту пешку. Ну, типа, все нормально, да? Пытаюсь, что все нормально. Этот конь где-то под боем. Побить и второго. Сюда может поставить. Может и съесть на D5 так, такими темпами. Такой ход сделать. Давайте пока так. Пешку вот эту прицеливаемся к ней. Здесь побью пешку, если что. Готовит такой же ход. А если я так? Давайте пока так. Сбиваем его с этой диагонали. И второго коня сюда. Вот так вот. Угу. Разбегается фигурами. Разбегается фигурами. Мне куда идти? Конь на B6 стоит странно. C5 может сыграть. Зачем? Не надо, наверное, C5. Взять. Нет, наверное, тоже не надо. Хотелось бы коня здесь иметь, на самом деле. Ладно, давай вернем и коня на E4 переведем. Таня, спасибо за поддержку. G4 играет. Так, аккуратненько. Размениваем белополов. Пешка висит. Конечно, немножко ослабил я периферию. Но по белым полям пока у меня ясное давление. Задвигает. Задвигает, а я тогда сюда пока задвигаю. Вот пешка D6 и поле G5 контролирую. Кони мои стоят красиво очень. Он ладью ведет сюда, наверное. Ладейку ведет. Я могу взять, наверное, да? Давайте съем пока. Пока особо ладьями там больших проблем не создает, если честно. А
А ему хоть бы что вообще? Какая угроза-то? Конем сюда, без угроз. Побить ферзем? Тоже вроде без угроз. Взял тогда, ладно. Взял. Давайте ферзя сюда быстро. Я пока не вижу, как, что эта ладья грозит сделать. На g2 как-то она попасть вроде не может. Коня подбрасывает в атаку. Сюда хочет шаг объявить. Может быть взять конем, чтобы не было. Или пешкой. Там будет конь d4, да? Давайте я съем конем, чтобы не волноваться. И съем здесь. Все еще сопротивляется. Так, сюда будет угроза или нет? А если сюда? Давайте так. Перс под боем. Так. Можно взять, наверное, да? Давайте. Так, он наносит удар. Ну, давай, я первый шаг ему дам. Шаг еще разок. Давай еще шаг. Ну это должен быть мат. Есть! Ну было очень непросто, ребят. Было очень непросто. И счет. Какой счет-то? 5-3.